Всем привет! Перед просмотром подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать самое интересное. Советский, белорусский актер кино и телевидения, режиссер Владимир Поначевный скончался 29 декабря, сообщает российская газета. Утверждается, что причиной смерти Поначевного стали последствия перенесенной коронавирусной инфекции. Актер родился 13 июня 1939 года. В 1961 окончил актерский факультет в ГИК, к тому времени уже имел опыт съемок, снялся в фильме Михаила Калика и Бориса Рыцарева «Юности наших отцов», также снимался в фильмах «Внимание», «В городе волшебник», «Последняя ночь в раю», «Сыновья уходят в бой», «Руины стреляют», «Государственная граница», телефильме «Время выбрало нас», сериалах «Каменская-1», «Полосатое счастье». Был директором фильма «Все впереди» Николая Бурляева, вышедшего в 1990 году.